Всем привет, я Грей Клоун, или же Антон. И сегодня я буду проходить карту, пока не со своим другом, но потом он присоединится, карта называется «Поиск священного яблочка». Вот, ну, заспавнился я здесь, то есть, видим домик, похожий на обыкновенный, кажется, русский домик. Так, давайте почитаем. Карта «Поиска священного яблочка». Иди прямо и найди скелета. Так, создатель Дирхасан. Ну, кажется, все понятно. В сундуках я уже был, то есть... Вот. Так, ну, давайте пойдем поищем эту карту. Карта, мне рассказывали, что очень интересная. Ну, хардкор, конечно, жесть какой. Давайте посмотрим. Так. Коровка, извини. Я тебя не убью. Не обращайте внимания на эти значки там. Просто мы нашли офигенный тум. Ну, такую баг-место я нашел. Ну, потом, скорее всего, запишу видео. Покажу, что там я нашел. Скорее всего, вам всем интересно. Так, ну, не будем отвлекаться. Опа, лава. Тим закончил загрузку Гаррис мода. Так, это... Опа. Это что такое? Странно, блин. Это что такое? Ладно. Суть не в этом, но вот и наш скелет. Нам кажется, да, скелета надо найти. О, так, скелет. Блин, нереально. Да, все, мы продолжаем. Тут, ну, естественно, нельзя обойтись без латка, как я уже вначале говорил. Что-то странно, сейчас у меня FPS. Но давай. 20 FPS только. У меня 20, ну там. Я просто детализацию... А было, до этого было 60. Ты уже, Лёха, на самой верхушке был? Или там лестница? Ну, не на самой верхушке, я тут стрелы собираю. О, тогда дай половинку мне, близ. Размещи. Так. Жесть. Ты пока там, не знаю, поищи еще что-нибудь. Я не знаю, для чего тут стрелы. Так, что-то я потерялась. Да. Так. Ой, лучок. О, что-то их так. Ты тогда, Лёха, там? На, держи это. Ты чё мне? Так, я тут нашел кнопку, значит. И пока я не предполагаю... Стой, погоди меня, я зайду тут наверх. Я сейчас пока не предполагаю, нафига она нужна. Давай почитаем, что написано. На наезд есть шерсть. Какая шерсть? Поставь на серую шерсть. Подожди, а серая шерсть где? Это такая, ну, начало. Ага, понятно. Я это сказал вслух, да. Да. Нет, блин. Я не слышал. Надо валить говоришь. Из города. Надо валить из города. Скорей, давай. Так, а ты что, ты уже карту играл, что ли? Нет, в нее не играл. Вот, серая шерсть. Я нашел. Серая шерсть, ставь на туда кнопку. Что-то это как-то было вообще, это, ну, как ставить-то, сверху или... Ставь кнопку и нажимай на нее. Да на серую шерсть. А, на серую шерсть. Да, хлоп. Где? Давай быстрее, нажимай. Где? Ёлы-палы, суши-роллы. На... Ох, ФПС так сразу. Так давай почитаем, что ты не читаешь. Так, приветствую. Да, я буду читать. У меня лучший голос, мне учительница говорила. Приветствую вас в нашем бункере. Как ты там очутился? Идите нам. Жесть. Глюки? Ты сейчас на потолке ходишь. Ай, да нормально я хожу. У нас украли золотое яблоко. А ты потише. Давай теперь я почитаю. А, я тут читаю. Привет, ладно. Ладно, читай, задолбал. Так, у нас случилась беда, помогите нам. Мы собрали за твое яблоко. Вы обязаны путь. Удачи. Удачи, вот это слово удачи меня пугает. Правило. Собирайте карты цветы. В конце они превратятся в очки, понятно. Соберите в течение всей игры карты цветы. В конце они... превратятся в очки, вот. Так, играть на каком, на легком или нормальном? Ну, у нас на нормальном. О, да, мэр. Нет, Дэвид Бен, это не прокатит. Подожди, надо подождать, пока не все пройдут эти.
Мне нравится, когда ты в стенке застреваешь, так эпично выглядит. Блин, я больше не могу, я хочу с лука в тебя попасть. Нет, я не буду. Я же... Откуда у тебя лук? Так все получил. Чувак, если что, я бы очень был бы тебе признателен, если бы ты отошел от кнопки. Я сейчас такой, это гравити рисую, жесть. Я очень настоятельно рекомендую отойти вам от кнопки. Я отошел уже давно от кнопки, мудило. Ну, да, отошел. Ну, окей. И а что тогда кнопка не нажимается, а? А у меня тоже не нажимается. Лаги, жесть какие. У меня... Ты этот... У кнопки мне мешаешь. Короче, я сейчас это... Ребята, сейчас перезайду на сервер. Давай. Я остановил видео. Вот. Ой, ёлки-палки, захожу на сервер. Отлично. Ах, эти продолжаем, как я ненавижу. Когда... Тихо, Лёха, мне кажется, блин, что мы просто-напросто не сможем это пройти. А я... Подожди, дай я попробую. Ну-ка, давай. Опа. Пробуй. О, щас, я даже... Теперь моя очередь. Фу! Ух ты. Щас, как это же сложно. О, Дэвид Блейн. Тут как-то можно будет воспользоваться резким буком и просто, как то ли... В Майнкрафте есть такой... Лёха, стой. Что? Это ты говоришь отрывками, говори не спеша. О, я воспользовался багом, все, чувак, стой, не нажимай. Я сейчас есть еще к тебе такое. Давай быстрей. Я воспользовался багом, это такой баг, ну как сказать. Отлично. По идее я вообще мог сквозь его пройти, ну давай прыгай. Стой где стоишь, всякое может случиться. Ой, все, вот это вот и случилось. Фаска. Нет, стой! Зачем ты так долго писал? Лучше бы написал ТП крутой клик. И все. А, и все? Я не подумал. Давай ты тоже. Все, я тут. Ну сразу говорю паркур так себе. Но я воспользовался багом, и я вытащил всю нашу команду из двух человек. Спасибо. Не кушай торт, он нас... Я понял. Разбуди воду. Разбудь воду, чтобы... Бери лук и стрелы эти. Так, тебе это пригодится. Это все пригодится. Ладно, я спать... Короче, смысл в том, что тут надо... Я тоже посплю. Слушай, я нечаянно забрал себе алмазные штаны, я тебе их отдам. Окей? Так, надержи алмазные штанишки. Раздобудь воду, чтобы открыть дверь. Видно, дверь это, вот это, и... Погоди. Кажется, вот сюда надо воду залить. Тут видишь, раскрою. И то есть дверь откроется. Ну, точно, я не знаю, должно быть так. Я понял. Давай, Лёха, тогда пойдем вот туда, посмотрим, что там. Ага, сейчас я... У меня сейчас ФП 40 ФПС, точно. Ну, я не ошибаюсь. Блин, ну, что тебе могу сказать? Майнкрафт... Блин, летает, Майнкрафт лагает. Все, что я могу тебе сказать. Скайрим летает, Майнкрафт лагает. Че тут еще нет? Так. Скайрим на самых таких нубацких компах пойдет. Я тебе это говорю факт. Да он у меня уже был. И да, Fallout, нет, даже, нет даже сейчас у меня есть Skyrim. Летает, Майнкрафт лагает. Нет, да. Лицуха есть. Да, Fallout, да, Fallout пойдет. Это же Fallout. Fallout, это вообще игра, мне кажется, достойна уважения любому. Ну, она... И нет, я не играл, я... Блин, я сейчас сдохну, у меня еды нету. Все, можно сказать, я нашел воду, наверное, не знаю. Но я куда-то... Лёха, давай... Давай иди за мной. Okay. Иди за мной. Путешествуем. Редстоуны. Тут просто так редстоуны не будут, значит нам в ту сторону, окей. Да. Что будем ждать? Как бы не... Да, спавнер, как вовремя. И возьму лук. Спавнер, ты не вовремя. Давай, ломайся. Всем, чем я могу тебя сломать. Ой, да. Опа, вот это сюда. Я пытаюсь спавнер тут сломать. Ты не мешай мне тут, пожалуйста. Меня тут атакуют, чтобы не мешался нам.
мечом алмазным. Давай немножечко, немножечко сломаться-то осталось. Мне жалко, кирочки-то нету. Это я, видно, не увидел. Так, ну, давай ломаться. Если тебе все ненужные вещи, пока кидаю. Все, я побежал дальше. Что здесь? Здесь есть вода где-нибудь, да? О, о. Да, тут закрыт. Ты уже где? А тут, Лёха, разве было написано, что нельзя ломать блоки? Кажется, можно, да? Нет, все равно не ломай, потому что, ну, нет, лучше не ломай. Тут он путь указал. Вот. Где? А ты где? Тортик вот нашел. Я тортик. Я тортик нашел. Где? Я где? Тортик. Где? Да, где, не знаю, меня не спрашивай, не знаю где. Я тортик только нашел. Ой, я тебя вижу, так. Подожди, стой, я тебя. Сейчас. О, ладно. О, тут только тортик в сундуке и все. Для нам нужна вода. Здесь только тортик был. Кто чувак, сейчас? Ты есть Подожди, кушать. Фаска, я половину. Фаска. Кушай. Извини, что перебил, можно сказать? Ну говори, говори. Вот смотри, вот мне нравится, что ты повернись. Да, задом ко мне повернись. Вот видите, кто смотрит на видео, то, что у него на спине сзади меч. Это вообще эпик. У меня стоит мод, который показывает оружие, короче. Ты ешь тортик, я сказал. Иначе я тебе просто запихну его. Не-не, так я пока, когда буду голоден, куплю. Так у нас там еще есть тортик. Да я его съел уже. Давай ставим. Да, ты этот самый. Ну, пошли в другое место путешествовать искать. Блин, я что-то. Не разделяемся, Лёха, ты где? У нас есть ТП. Ты забыл, мы можем ТП-шиться. Здесь ничего не сказано про ТП. Я нашел воду! Я что-то еще. Чувак, я здесь что-то еще нашел. Я воду нашел. Вот. Тюремный. Фигня какая-то тюремная. Ну если воду нашел. Все что. Ох ты, здесь редстоун. Я его заберу. Не, ему не, он не нужен. Ничего не бери лучше. Да он просто тупо валяется. Он не нужен. Ты он где? Просто баланс, как я вижу. А я понятия не имею, куда заберу. Хочешь, я тебе прошу, ты что хочешь? А, я за тебя шел. Пошли. Иди за мной, Лёха, я там воду нашел. И ты ее забрал? Нет, так. А, так я же тут был. Был? Я нашел 5 рестоуны. Ой, сори, вылетел, блин. Вот так. Ах, шикарно. Так, надо фольгу поставить. Я два печенька, там два печенька было. Отлично. На, держи одно печенько, тебе пригодится. Печеньки. Опять это два. Ненавижу, я не знаю. Ты знаешь, как Короче, исправить? Лёха, давай найдем хотя бы ведро и закончим на этой серии. А что такая короткая? Хоть 20 минут уже идет. Что, реально? Да, уже идет. Да ладно, так быстро. Да. О, кирпич. О, сундук. Нет, мне показалось. О, Дэвид Блейн, ты надо мной издеваешься. Блин, не. О, так, сундучок. Сундучара. Ой, вот вода. Ну. Видишь, Лёха, смотри, вода. Погоди. Хлеб, золото, лазурит, семена тыквы. А, это просто уже как идет. Ты какой-то сборник получаешься. Так, что-то как-то странно. А мы будем продолжать следующую серию или так сойдет? Естественно, будем. Так, стой, у меня есть. Нет, чего только нету. Короче, Лёха, давай скажем, что вот у меня сейчас в следующей серии, скорее всего, мы сейчас поищем ведро, и в следующей серии мы уже покажем то, что мы его нашли. То, что мы можем. Вот, ну, нет, вот, нет. То есть, видите то, что мы. Там, кстати, Павнер Пауков, будь осторожен, на чеку. Там сундуки ничего нету, можешь. Я думаю, я там все убрал. Сейчас сундук, сейчас сундук. Чувак, я нашел ведро. Ты ведро нашел? Да. Красава, вот мы в этой серии уже уложились, то есть, все. Тихо, жди, да. Серию с чистой душой можно заканчивать. Ну, ладно, давайте на этом закончим, да, я уверен. Да, на вот этой битве пауков. Дэвид Блейн. Закончим, да. Блин. С вами был Грей Клоун и Фулик. Фаска, Фулик и Алексей. Да, зовите как хотите. Мне по-разному приятно, когда меня как-нибудь зовут. Ну, тогда давайте попрощаться. Ну, сам я... Ладно, проехали, я тоже не помню. Всем удачи. Всем пока.